Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Фладар. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Frozen Throne. Сегодня мы играем на карте Дота. Я буду играть за Джаггернаута. Так, значит... Чем бы заняться? Так, делаем. Снег. Снег. Ты еще не видел меня в бою? Снег. Я не знаю, что это было. Так. О, мне рандомные предметы. Окей. Так. Че еще? Что прикажете? Рада видеть тебя. Не хватает золота. Фигово, что не хватает золота. Здравствуй. А что так сделаем? Да. Не, алло, нас... это враг пишет. Пацаны настроены, поэтому каждый пойдет по своей линии. Я пойду на низ. Хороший выбор. I'm go to низ. Слушаюсь и повинуюсь. Откуда? Это тебе с рандома выпало? А у меня с рандома выпало Ring of Basilius. Прикажете? Да не, Ринг, ты чё, он 500 там копеек стоит. Ну ладно. Кому-то 1900 голды, офигеть. Ой-ой, блин, что это криво. Ладно, пофиг. Не буду стопить, потому что я не смог. Хороший выбор. Содеска. Хороший выбор. Буковка F. Слушаюсь, я понял. И повинуюсь. Содеска. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Эссу. Банзай. Да. Хороший выбор. Эссу. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Как тебе такое? Слушаюсь и повинуюсь. Да. Содеска. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Содеска. Карада. Да. Банзай. Содеска. Хороший выбор. Карада. Да. Содеска. Слушаюсь и повинуюсь. Ну иди сюда. Содеска. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Не-не-не, я знаю, что ты затеял. А, нет, фанат твой на 23 лич. Как же мы без тебя будем? Да. Хороший выбор. Опа, на минка. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Хороший выбор. Найс. Да. На гору хороший выбор. Напали враги. Содеска. Хороший выбор. Содеска. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Забить на него. Да. Хороший выбор. Да. О! Вот ты, блин, террорист сраный. Суициднулся от меня. Изи. Так. За 3 часа суицидиться это легко. Жаждет крови. Содеска. Да, приведите. Что прикажете? Что прикажете? Да, приведите. Я, погнали. Оба на СФ. Слушаюсь и повинуюсь. Содеска. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Во славу пылающего клинка.
Хороший выбор. Да. Хороший выбор. Садись-ка. Да. Хороший выбор. Слушаюсь. Ой-ой. И повинуюсь. Хороший выбор. Да. Ну нафиг. Хороший выбор. Офигеть, что это сейчас было? А как мины тогда уничтожать, я не понял. Ладно. Значит, никак. Просто буду обходить стороной. Мой клинок жаждет крови. Да. Так, все, надо перестать видеть. Слушаюсь и повинуюсь. Фадар замолчал. Я вообще не смотрю в чат, там, кто кого убивать и так далее. Я занят своей линией. Хороший выбор. Карада! Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Да! Банзай! Карада! Банзай! Карада! Бэссу! Банзай! Бэссу! Слушаюсь и повинуюсь. На город наших союзников напали враги. Слушаюсь и повинуюсь. Садись-ка. Да. Ты педрила. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Садись-ка. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Садись-ка. Да. Садись-ка. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Брат ТСФ, как ваши дела? Хороший выбор. Да. Хороший выбор. Да. Я верчу тебя. Садись-ка. Хороший выбор. Это месть. Ой, какая месть. Садись-ка. Слушаюсь и повинуюсь. Так, сюда. У меня сейчас уже что уровень будет. Да в смысле, Закерман, ты чё? Выбирай сумму. Да. Хороший выбор. Банзай! Ну дай честь, не против. Но меня. Садись-ка. Ну ладно. Да. Не против, так не против. Садись-ка. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Карада! Банзай! Да. Карада! Бэссу! Карада! Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Кого продал? Вы о чем? Повинуюсь. Садись-ка. Слушаюсь и повинуюсь. Если ты про шмотки, то ты правильно, то он правильно сделал. Вы бы шмотки его все равно не смогли использовать, так как это его шмотки. Слушаюсь и повинуюсь. Да. А, слушаюсь, вот в каком смысле. И повинуюсь. А, точно. Слушаюсь и ну, это уже да. Не ко мне. Так, давай-ка я тебя сюда куда-нибудь выверчу. Да. Блин, а в Доте 2 Джаггернаут так не может вот так вот за собой вертеть. Выбор. Именно тащить вот за собой врага. Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Да, слушаюсь и повинуюсь. Банзай! Да, садись-ка. Слушаюсь и повинуюсь. Бэссу! Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Нет. Карада! Блин, по идее же на Джаггернаут фейзи нужно было собрать, а? Ой, блин, не то. Здравствуйте. Да.
Что прикажете? Следующий артефакт это будет поток. Слушаюсь и повинуюсь. Что? Слушаюсь и повинуюсь. Да, хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Здесь ничего нет. Хороший выбор. Да. Ну, фармиться, что еще поделать? Пока что нужен только фарм. Хороший выбор. Да. Хороший выбор. Да. Шодиска. Банзай. Харада. Я тоже на нем, чувак. Хороший выбор. Хорошо, сейчас. Слушаюсь и повинуюсь. На город наших союзников напали враги. Или сам как-нибудь. Слушаюсь и повинуюсь. Давай. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Я вот тут буду ждать. Шодиска. Брат, иди. Шодиска. Да. Хороший выбор. Слушай, 2x1. Ну, Вольверин, это называется командная работа. Хороший выбор. Шодиска. Хороший выбор. Тетис. Ох, блин! Вот шахит. Ой, зачем? Там не... О. Скоро уже заспавнюсь. Мой счет пока что 3-3-0. Жаждет крови. Да. Так. Хорошо. Хороший выбор. Я пока пофрифармлю. На фрифарме постою, точнее. Слушаюсь и повинуюсь. Так, 10-я минута. Шодиска. Уже. Да. В принципе, не так что и плохо. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Я даже сказал, все нормально. Банзай! Хороший выбор. Напали враги. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Кто там мне в контакте пишет? И повинуюсь. Хороший выбор. Пока лесных крипов заформлю, и буду читать сообщения. Союзников напали враги. Ой-ой, что-то у меня все плохо. Слушаюсь и повинуюсь. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Напали враги. О, красава. Шодиска. Я на базу. Хорошо. Да. Хороший выбор. Дикий фарм. Да. Дикий фарм, это хорошо, что конечно. Что прикажете? Шодиска. Да. Хороший выбор. Слушаю. Ну зато у тебя больше нет сыра. О, да я вижу, у нас Ван Лич шарит, что собирать надо. Красавчик, чё. Что прикажете? Да. Ван Лич. Хороший выбор. Где прольется моя кровь? На город наших союзников напали враги. Что прикажете?
Слушаюсь и повинуюсь. Иди пока фан лично на низ, хорошо? Я на виду побуду. Хороший просто мне лень бежать на низ. Солнышко. Хороший на выбор. Наших союзников напали враги. Да. Эссу. Солнышко. Да. Карада. Эссу. Слушаюсь и повинуюсь. Солнышко. Хороший выбор. На город наших союзников. Слушай, какой еще майнер? Минер вообще-то. Банзай! А блин, что они там в контакте встречают? Опять я забыл выключить звуковое оповещение. На город наших союзников напали враги. Базар, помоги мне, базу. Чё? Хороший выбор. В смысле? Банзай! Слушаюсь и повинуюсь. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Айда, слышишь этот? Минер, айда, я тебе помогу. Залазь на скалу. Хороший выбор. Солнышко. Здравствуйте. Хороший выбор. О! Я же, по идее, не восприимчив к магии, когда в этой хрени. Обида. Вэри обида. А, это физический. О, fuck you. А, мина. Водар, мина физический. Мина, да, физический. А ульта минера, то есть зеленые мины, которые он там может наставить, которые там 10 минут, по-моему, действуют, он может наставить и в любой момент взорвать их, когда захочет. Вот это вот уже магический. Да в смысле не это самое? Я же из Dota 2 сужу, я за этого самого минера не играл в Dota 1. Ты про первый или аут? В Dota 2 сейчас 100 мин, а в Dota 2 он действует 10 мин. Да. Хороший выбор. Да. Ого, Андрейка убил кого-то. Ты монстр. Хороший выбор. Склоняюсь перед вашей волей. Да. Демоны. Да. Хорошо. И повинуюсь. Да. Солнышко. Слушаюсь и повинуюсь. Карада! Банзай! Да. Солнышко. Карада! Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Что там пикаешь? Солнышко. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Солнышко. Никакой базы. Хотя давай ты где? Солнышко. Жду тебя на миду. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Вот я. Погнали. Айда сюда. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Только не под крипами. Не хочу под крипами. Давай без крипов обойдемся. Только не под лагами. Нет, минер, отлагай. Пожалуйста.
Да в смысле? Ну я не знаю, что все вылетает на самом деле. Но если он вылетит, то я дальше буду играть. Но если уже и SF ливнет. Ну, Вольверин, в смысле. Вольверин, ты ливнешь после того, как минер ливнет, или будешь в соло? Эх, жаль, я его до базы хотел сопроводить. Хороший выбор. Да. Какой же я везунчик, ёпт. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Садись. Ну, давай-ка ты за мной пойдешь, да. Из-под башни тебя выцепим. Все, так-то лучше. О! А, Вольверин же за него может играть. Ёпт. Мы друг друга убили. Лол. На город наших союзников напали враги. Алло, тут кура у каждого своя. Тут мой не общая. Мой клинок жаждет крови. Садись-ка. Хороший выбор. Слушаюсь, нет, я постою на мазе, не пригенюсь. Но подожду, пока у меня будет 1200 голды, я кое-что куплю. Да не надо мне. Мне и так норм. Что прикажете? Голд униз. Но зато Вольверин, тебя никто фарм не будет отнимать. Хороший выбор. Хороший выбор. Еще кое-что попробую сделать. Если успею. Давай! Слушаюсь и повинуюсь. Я смогу. Да, хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Давай, давай, давай. Да. Пацаны за мной. Слушаюсь и повинуюсь. Сейчас посмотрим, получилось или нет. Садись-ка. Нет, не получилось, поздно слишком. Повинуюсь. Ну ладно. Что прикажете? Да. А да. Чё у них дамаг такой? Хороший выбор. Ну нафиг. Да. Все, похилился, теперь думаю, этого должно хватить. Выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Да, садись-ка. Да, карета. Слушаюсь и повинуюсь. Башенка, ес. Хороший выбор. Да. Садись-ка. Вижу, вижу. Смотрите, какой у него дикий дамаг. Да. Да. Не надо, Фан Лич, я сам не надо. Слушаюсь и повинуюсь. Айм сам. Славу пылающего клинка. Для начала. Слушаюсь, за мной? Повинуюсь. За мной сказал. Садись-ка. Да не крипы. Да ёпт. О, ты лучше сделал, ты отвел себя от крипов, теперь я могу ультануть на тебя. Все. Изи. Садись-ка. Я хотел сначала тебя, Вольверин, отвести от крипов, в итоге ты сам от них ушел. А то если бы я был под. Если бы я под крипами на тебя ультанул, был бы шанс, чтобы я мог прыгнуть на это самый. На крипов, а не на тебя. Слушаюсь. Так, все, я на базу. За одной вещичкой. Беги, Андрейка, тебя сейчас башня убьет.
Да. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Что прикажете? Так, отлично. Следующее, что я соберу... Я не знаю, пускай это будет что-нибудь на скорость. А то у меня хороший выбор. Вампиризм да. Даже. Ой, даже знаю, что все совмещают скорость вампиризма. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Шодиска. Бэссу. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Да, Шодиска. Да. Шодиска. Хороший выбор. Да, хороший выбор. Да. Так, хорошо. Ой-ой. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Шодиска. Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Ой. Здравствуйте. Давайте-ка мы вас отведем от грехов. А переутонем вас. Готово. 130 хп осталось. Фу. Слушаюсь и повинуюсь. Ну, согласен, почти. Чем бы заняться? Слушаю. Что прикажете? Что прикажете? Да! Хороший выбор! Шодиска! Слушаюсь и повинуюсь. Я на базу за предметом. Да не, почему? Реально. Шодиска. Только это сложно. Не, чувак, был бы ты нубом, мы бы уже давно теснили трон и так далее. Хороший выбор. Да, хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Садись. Вижу, вижу. Может, не пикать. Да не пикай ты! На город наших союзников напали враги. Прикажете? Шодиска! Да! Какая полезная вещь. Шодиска! Хороший выбор! Слушаюсь и повинуюсь. Главное здесь пропустить. Шодиска! Хороший выбор! Да! Карада! Эссу! На город наших союзников напали враги. Шодиска. Найс. Хороший идем выбор. Дальше. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Эссу. Хороший выбор. Да. Карада. На город наших союзников напали враги. Шодиска. Да. Банзай. Шодиска. Да ёпт. Да. Эссу. Карада. Шодиска. Да. Ой-ой-ой. Шодиска. Уже, хороший выбор. Да.
Слушаюсь и повинуюсь. Yes. Хороший выбор. Моя ульта рулит. Правда, кдешится долго. Целых 110 секунд. Ну да ладно. А, байбэк, блин, тогда... Нет, я должен доломать башню. Нет. Нет, 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 нет. Нафиг, нафиг, нафиг. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Шодиска. Хороший выбор. Да. Хороший выбор. Шодиска. Фух, я выжил. Слушаюсь и повинуюсь. Все, можно снова вступать в бой. Шодиска. Да. Ох, ёпт. Хороший выбор. Шодиска. Давай-ка ты. Еще чуть-чуть. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Опять байбэк? Серьезно? И повинуюсь. На сервис я сломаю башню. Ох. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, спасай меня, братан. Че надо? О, красавчик! Все, просто крутимся, вертимся, убиваем. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Нет, не хочу фанбич. А, стоп, не копать или чё? Скажи сначала, чё это, а потом уже говори, какая она. Скажи, как называется, и все. Да, хороший выбор. Название скажи. И повинуюсь. Это что сейчас было? Да. Герой. Хороший выбор. Карада. Оп, ты ж ёпт, ульта. Не хочу, честно. Да реально, реально, ты просто сам же говоришь, играть не умеешь. Но все равно ты оказал хорошее сопротивление, чувак. Алло, какая ульта? Ты что творишь, Андрей? Нет! Фак. Ну я выкупусь. Мой клинок жаждет крови. Программа это дерьмище и куплю немного другое дерьмище. На что жалуетесь? Да, эти сапоги. Ты мешаешь мне думать. На город наших союзников напали враги. Шодиска. Хороший выбор. Бэссу. Бацай. Да. Во славу пылающего клинка. На город наших союзников напали враги. Найс. О, нет! Я ультуй. Вольверин. Ультуй! На город наших Ладно. Союзников напали враги. Снова лень ждать. Это я возьму и поебекнусь. Да это надо было на остальных. Алло, Вальверин. О, кстати, Крип забагался. Я на него один раз телепортировался, он забагался. Значит, телепортируюсь второй раз. Хороший выбор. Забавненько. Слушаюсь и повинуюсь. Юзаем мол, мы и ломаем трон. Прикажете? Да, шодиска.
Трипл килл! Воу, одной ультой. От фонтана. Да я вижу то, что три Саурона. Все, как-то так, короче, у нас получилось. Немного кривоватая катка, но все же было на что посмотреть. В общем, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо и пока.